В городе весна, хочется радоваться солнечной погоде и дышать полной грудью, но не получается. Ивановские дороги и тротуары утопают в пыли. Самое время провести влажную уборку областного центра. В этом году в связи с погодными условиями, то есть у нас снег весь растаял, и с тем, что технику готовили заранее, удалось на месяц раньше запустить пылесосную технику, которая убирает пескосоляную смесь с дорог. Задачу для пылеуборочной техники формирует городская администрация. В первую очередь прометают центральные улицы, только потом переходят на второстепенные. В постоянном режиме в городе сейчас работают 5 пылеуборочных машин. Одна из них прометает тротуары, остальные приспособлены для уборки проезжей части. Проходя по проезжей части, одновременно смачивает пыль, щетками подгребает ее под себя и всасывает в бункер, который находится сзади кабины, после чего вся эта пыль собирается и сваливается, и опять по новой проходит по территории. С одного раза, скорее всего, не получается, поэтому приходится обрабатывать одну и ту же линию смета где-то два раза. Техника пока не может работать и днем, и ночью из-за суточных колебаний температуры воздуха. Днем плюс, ночью минус, а наледь промести невозможно. Когда не могут работать пылеуборочные машины, дороги и тротуары прометают тракторами, сгребая песок из прилотковой зоны, чтобы дорожные пылесосы убрали его днем. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.